Всем привет, с вами снова Тарко, и в этом видео мы с вами займемся жестким троллингом. И как же будет происходить наш жесткий троллинг? А все очень просто. Я под видом беспалевного бомжика буду работать таксистом. Буду брать пассажиров и буду их не то что завозить по месту назначения, а буду вообще отвозить куда-то на край географии. И собственно буду наблюдать за их реакцией. Ну что ж, поехали! А это донат-код на 400 тысяч вирт, специально для тех, кто подписался на мой канал и поставил колокольчик. Этот донат-код работает на любом сервере проекта SumpRP. Кто первый его ведет, тот и получит бабосики. А это победитель, который выиграл в розыгрыше в прошлом видосе, и он получает 3 миллиона вирт. Те, кто не выиграл, не расстраивайтесь, в этом видосе я тоже проведу розыгрыш. Для того, чтобы стать участником розыгрыша 3 миллионов вирт, вам необходимо просто подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий на тематику видоса или просто сампа. Также в конце комментария не забудьте оставить свой ник на сервере Revolution. А вот и наш первый клиент. Он хочет в автомастерскую. Автомастерская. Ну так какой город автомастерская? ЛС, да? Хорошо. Ну давайте его отвезем в автомастерскую ЛВ. Посмотрим на его реакцию. Он уже говорит не в ту сторону. Сейчас мы ему напишем. Он уже бомбит. Я знаю карту. Я уже месяц играю. Он говорит в ЛС. Как ты знаешь карту, если ты едешь в ЛВ? А надо в ЛС ехать. Чувак, если ты смотришь это видео, и если у тебя там срочно какая-то была работа, и ты механик, и тебе срочно надо было что-то там кого-то чинить, чувак, извини. Я не специально, это просто чисто для видоса, братан, ничего личного. Давайте просто к байкерам его высадим. Приехали. А, он говорит, автомастерская. А, автомастерская. Понял. Автомастерская. Так, косим под дурачка, короче. Ой, кошмар. Я вот сейчас думаю, какая бы у меня была реакция, если бы я был на его месте. Он говорит, меня ждет мэр, он мой друг. Чувак, тебя ждет не мэр, тебя ждет видос. По скайпу с ним сижу. Мэр, тебе привет. Ой, кошмар. Это просто жесть. Интересно, о чем он сейчас думает? Он же видит, что я хрен знает куда еду, что я еду вообще не туда, куда нужно. Приехали. Ты долб***ёб. Зачем его только из больницы выпустили? А на чай? В ЛС, автомастерская, и дам 5к на чай. ЛС это там, где бомжи. Они повсюду. Самый первый город. Ну, это как считать? Он думает, что я вообще, наверное, конченый. Ой, жесть. GPS 00. GPS 00. А что это значит? Вот этот город. Так, давайте сделаем вот так вот. Короче, такой самый эпичный момент. Ой, куда я там попал? Где? У него, наверное, вообще задница взорвала. Кривой GPS, он воду показывал. 5к дашь? Ты дебил, думать надо. Иди сюда, неблагодарный, я тебя накажу жестоко сейчас. Я тебя, видите ли, вез, а ты... Еще не нравится тебе, куда я тебя завез, да? Вот это комедия. Ой, я его, кажется, погнал. Ага, чувак, там закрыто, да? Ой, чувак, прости, это все ради прикольного видоса. Я на самом деле не такой неадекват. Хотя... Ой, кошмар. А вот и вторая наша жертва, и она хочет в мэрию. Короче, хочет в мэрию, да? Окей, поехали в мэрию. Кошмар, он говорит в другую сторону. Так, давайте его завезем куда-то в больничку. Ну, как бы, чем не мэрия, да? Приехали. Мэрия? Да.
это больница. Да? Она пиздец, РП, тут была мэрия. Говорит, туда. А где тут мэрия? Короче, едь туда, откуда вез. Я так понял, ну, конечно, я его вернул обратно. Ну нет, чувак, нет, 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 не надо ничего показывать. Я знаю, ты выйдешь с машины и сядешь в другое такси. Поэтому я тебя туда не отвезу. Я тебя отвезу куда-нибудь в другое место. Боже, мне так смешно еще никогда не было. Блин, мне его так жалко, реально. Бедный чувак, ему надо в мэрию, а я еду в какую-то задницу. Блин, я не знаю, что я так ржу, но это реально смешно, ребят. Это пипец. Да, ребята, это реально бомбит, когда тупой таксист тебя куда-то везет непонятно куда. Ты вот ему говоришь, туда мне везет, куда-то вообще другое место везет. Я сам через это проходил, меня бомбило. Пипец, короче, ребят, это жесть. О, я придумал приколюху, короче. Блин, не едет, заглох почему-то. Толкай. Давай, давай, чувак. ВЗП говорит. Давай, 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 чувак. Давай, давай, помогай. Давай, 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 давай. Давай, давай, чувак. Только ты не знаешь, что она сейчас тыпыхнется обратно. Блин, что за бах? Ща, что ща, чувак, ты мне даже заправишь канистрой, что ли? Механика позвоню. О, я просто два нажал, случайно, поехали. Типа она не заглохла, я просто двойку нажал, она заглохла. Развернись. Развернулись. Блядь, короче, его начинает бомбить. Ой, не могу. Говорит, прямо едь. Ладно, сам сказал прямо. Блин, тут вода. Блин, тут вода. Блин, чувак, прости. Правда, прости. Я просто... Это чисто ради видоса, братан. Ты вот такой пацан, ты красавчик. Ну что ж, ребят, а вот еще одна жертва. Полька Лас Вентурас. В смысле Лас Вентурас? А, во, Сан-Фьейро. Окей, чувак, сейчас приедем, как ты и просил. Сейчас мы тебе устроим Больку Сан-Фьейро. СФ Болька. А, СФ, окей. Мне кажется, он уже начал понимать, пока молчит. Ждет, куда я поверну, видимо. Так, ну повернули мы не туда, куда он думал, поэтому сейчас должна быть какая-то реакция. Ты куда, алло? СФ? Ну, в СФ же ты сказал, чувак, а куда еще? Боже, он аж в АФК ушел, он думает, что происходит. Короче, походу его настолько бомбит, что он нафиг выключил игру, свернул. О, он вошел в игру, отжал эскейп. Давайте с ним тоже провернем ту же фишку, типа машина заглохла, короче. Блин, не едет, не едет. Вези уже в ЛС, говори. Почему не едет? Он просто вышел и побежал. Он убивается. Он пошел топиться на него. Он спрыгнул с обрыва. Кажется, он умер. О, ребятки, еще жертва. Давай, давай, в мэрию давай. Окей, летим. Сейчас мы ему устроим мэрию. Пока молчит, пока не говорит, что я не туда еду. Так, увозим его хрен знает куда. Он, наверное, не понимает еще, что происходит. Что мы вообще едем не туда, куда нужно. Сейчас посмотрим, что будет говорить. Интересно, он понимает, что происходит вообще? Ну давай, чувак, ну ты бомбить будешь или нет? Неужели все такие адекватные у нас на сервере? Никто даже забомбить не хочет. Ой, 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 чувак, сейчас оборвемся, в обрыв упадем. Куда мы? Казино? Уже бы давно приехали в мэрию, алло. Ты же в казик сказал. Мэрия, я сказал. А, окей. И продолжаю ехать в ту сторону. Ого, сейчас приколемся с него. Ого, курица, разрабы тут крутые. Такую курицу не думали. Он говорит, круто. Ой, куда? Блин, ой, кошмар.
кошмар. О, что за банда синий нос? О, привет. Че хуйню пиздонет? А ну да. Это он про меня говорит, че хуйню пиздонет? Ну да. О, ого, я видел читера. Запомните его айдишник. Он уже говорит, взорвись или что, хотя бы что-нибудь уже. Он не рад, уже же сел ко мне в машину. Сейчас ты куда, говорит? Я запутался, ща обратным путем вернемся. Господи, он офнулся, он офнулся. О, не могу. Это весело, да. Это просто кошмар, ребят. Еще одна жертва хочет в больку СФ. А, еще и фастом. Говорит, на собеседовании. Блин, Елена, прости меня, пожалуйста. Ну, на собеседование ты, наверное, не успеешь. О-о-о-о, ничего себе. Ну все, застряли. О, выехали. Блин, Лена, прости, пожалуйста. О, сейчас вообще жестко будет. Кошмар, вот это я неадекват. А вот, ребятки, как и обещал, наш читерок, который на ЛВА сквозь сетку проезжал. Люкас Раб. Варн 620. Чит. Хопа, минус чувак. Тут должна быть музыка классная и финальная, такая, чтоб вы подписались все, но я решил ее спеть сам. Подпишись и лайк поставь, давай, давай, ты же красавчик. Лайкосик, колокольчик, подписан. Оу, е! Оу, 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 оу,